Здравствуйте. Я хочу для Эллады показать очень простое упражнение, которое поможет быстро расслабить глазные мышцы и, самое главное, улучшить одномоментно зрение. Это упражнение нужно делать после медитации с молитвой и после выполнения даосского массажа, когда глаз уже оформлен немножко сферическим, и нужно только его дополнительно расслабить. В ритме молитвы при полном дыхании йогов нужно выполнить вращение вот этой вот части ладони напротив мизинца, вот этой части ладони, в углубление глаз, вращательное движение с частотой 4 Гц. Ну, можно делать это упражнение, скажем, минуту. Потом нужно выполнить крест. Поскольку глаза у всех устроены одинаково, то все люди после этого упражнения обязательно увидят мир лучше. Желаю успехов!